К дисциплинарной ответственности в Алматы привлечены больше 1100 государственных служащих. Из них 9 освобождены от занимаемой должности. Сегодня были подведены промежуточные итоги в рамках заседания дисциплинарной комиссии. В 14 учреждений, сотрудники которых допустили различные нарушения, департаментом по делам госслужбы направлены соответствующие письма. В частности, данными органами допускаются грубые нарушения требований правил наложения дисциплинарных взысканий в части наложения взысканий без проведения служебных расследований, предупреждение о неполном служебном соответствии, а также увольнение. Данное решение об ответственности принимается без проведения служебных расследований. Либо лица, которые проводят служебное расследование, одновременно являются членами дисциплинарной комиссии, что в данном случае является грубым нарушением.